Здоровчик, ребят. Все же знают почти, что я живу в Калуге. Ну и в итоге, вчера фоткаю. Я такой вижу, бабки растерянные на остановке. Я такой, может вам расписание подсказать? И они такие, 18-го троллейбуса, внучок, подскажи. Ну, а троллейбусы там у нас бесплатные ходят. Если у кого-то так, то ставьте лайк. И я подсказал там. Ладно, не буду говорить дальше, там мне интересно. Ладно, проходит некоторое время. Подъезжает 71-й льготный. Ну, это типа он в ту же сторону идет, но бесплатный, тоже по проездному. Они говорят, а я не хочу стоять, я посидеть хочу. Сегодня с другом тоже гулял, фотка. Там толпы было на 18-ку. Куда там посидеть?